крышу отжимаю. Тоже на крышу полю. Сын бляди. Снизу тип. Да-да, у меня здесь один. Ой, ё-моё. Хорошо. Ай, хорошо. Эх, пацаны. Я не думал, что их двое здесь, прикинь. Я вообще, ну я думал, это ты бегаешь. А я про вот этого, который меня ноктал, я вообще не знал. Чисто сел, да? Этого искал же. Так, еще двое на районе, по-моему. Это с крыши. А, нет, не с крыши. О, вон в том ангаре. Я в ангар ушел. Вот это ты или что-то? Да. Сам топ. С ангаром один. Тут
Пойдет. Что за карачей? По-серьезному, по-серьезному байтили нас. Мочок дали. Знаешь, вот какие типы, вот каких типов я опасаюсь всегда, которые вот так вот стреляют. От бедра? Вот смотри, вот так. Сейчас, я даже так не могу. Как можно так идти и стрелять? Еще. От бедра же работает, от бедра. Так, ну чё, его высочество Дробчанский? Да-да-да, сейчас я семерки подлетаю. А, М-ка нашел. Рика, приветствую. Спасибо, братуха. Let's go. Работаем. По идее, где-то сейчас вот должен уже лететь, куда-то падать, где-то что-то... Вот туда, где вот дроп. За дерево. Один. Вот это мы их учуяли. А, все. Вопросов больше не имею. Тишку влево. Угу. Мне бы счетчику было бы здорово. Тут еще одна слишка. Счетчику. Нет, счетчики. Шапочку взял, что-нибудь такое? Да, шапку взял. Тогда можно на следующий дроп отправляться. Let's go, buddy. А по клан на 160. Жестокий. Ну круг такой себе, смотри, брат, что за круг это? Что-то далеко он бросил, да? Mm-hmm. Я даже градус не запал, а вон он. Сейчас берут туалет. Как здесь люди находятся, я не понимаю. Туалет.
Ты типа забрали уже? Нет, нет, нет. Ну давай. Катни. Метку на сортир. Бадабум. ДБС-ку в дроп добавили. Че, она имба теперь? Без понятия. Если хочешь испортить себе игру, можешь взять. А здесь щечка, блядь. Нашел. Вот, вот что они здесь делают? Вот объясни мне, брат. Безопасно хотят взять дроп, брат. Они стопнули там от позиции. Вижу их. Вижу, вижу, вижу. На моей метке. В шалашах. Один на моей метке, ты его увидишь, если выйдешь. Хорош. Ты что-нибудь взял себе с дропа? Да нет, ДБС-ка. Бля, слишком жирный лут что-то. Хаешки, хаешек нету. Мы без тачки, да, получается? Да, на ноге играем. А где мы вообще находимся-то? Да, мы даже Бахин глайдер не заберем. А, они же на машине были, братшонок. ДБС имба выносит душу. ДБС имба, но не для типов, которые играют с пингом. Ты куда ты хочешь? Я в центр строгу. Так, метку. Там 100% есть, брат. Гарантирую. Как-то надо аккуратно. Аккуратно въехать прямо в центр кимпа? Байдерлык летует. Челики справа. А, они спрыгнули, кас. Спину был бить нас. Летят к нам. Ну что вы делаете, дебилы?
Еще ветродой на нас. Успел назад сейвить тачку. А им ехать сейчас, смотри, брат. По идее, мы их можем засушить, они без колеса. Их будет давить. Че? Без двух колес. Работаем. Правый ног за камнем есть. По-любому выйдешь. Да ёперный театр, чё за везение у пацанов. Ой-ой-ой. Умер. Так, смотри, у нас... Ну, мы здесь играем, где-то в ЛГ, наверху. У тебя ремонтника нету, брат, случайно? Mm-mm. Ну, стачки. Смоками забиваться надо. Есть тут смоки еще? Ну, у меня 6. Нормально, от смоков просто играем. Симпатично. А вот тачка у нас, оказывается. Субтитры
Там смотри, там за камнем могут быть. Есть. За камнем. Задропали. Пойдет. Сидели, оказывается, прикинь. Просто ждали. Мотик может под нас подъехать. Блин. Это наш камень, что ли? Меня пробили прям на лету. Так, нормально, тачки живые, да. С дома вот выходить, мы по низине играем. Хоть это и ужасно будет сейчас. Всего лишь. А тебе в голову где дали? На лету, брат. Он тебе с красный. Я надхил. Левый подошел. Лучший. Сразу на прочек. Брат, оставь его. Сразу на прочек. Он отполз вниз, блядь. Лучший. Готово. Принимайте. Так, С4 была в этой катке? Была. Ну неплохо, почти 2000 урона дал, практически, чуть осталось.